два типа инструмента. Один тип вот такой, он как бы подковыривает и удаляет вот это колесико. Когда оно уже удалено, то вот таким инструментом вставляется, расклинивается и уже удаляется полностью броненакладка. Сейчас мы будем пробовать и тот, и другой. Здесь инструмент с одной рукояткой четырех насадок, они отличаются толщиной вот в этом месте. То есть от самой тонкой до самой толстой. Работать будем, они пронумерованы от 1 до 4 номера. Работать будем номером 2. Сначала посмотрим, как будет вести себя броня с этим инструментом и потом с этим. Ну, будем пробовать. Верно, вот с этой. Я, наверное, возьму отвертку. Или попробуем взять потолще. Берем номер 4. Соскальзывает. Так, номер 1. Вот такое отверстие можно затягивать. Придется помогать отверткой. Так, ну, это мы удалили. Вставляю опять второй номер. Тоже можно помочь отверткой. Идем дальше. Thank you.
следующее. Пробуем ломать. Тут мы уже не зацепим, можно доломать отверткой. Ну, в общем, идем дальше. Идем дальше. Здесь мы не вставим и попробуем еще раз. Нет, здесь мы не вставим.